Друзья, всем привет! Решил записать новую рубрику. За последнее время я, можно сказать, набрал веса. Набрал достаточно так нормально веса опять. Я вешаю почти что 90 килограмм. Я чуть не офигел, когда взвешился. Я на той неделе был два раза уже на спорте. Ой, у меня такие эти боли после спорта на следующий день, не представляете. Вот. И я решил сейчас, мне надо сменить питание, ну и плюс заниматься спортом. Я уже собрал сумку, сегодня тоже еду на спорт. Вот. Буду записывать, ну, день через день записывать видео и буду заливать, может, раз в неделю, посмотрим. Ну, самое главное начать, потому что, сейчас, секунду, не знаю, как мне будет видно. Надо как-то камеру поставить, вот так. Вот. Как и видно. Ой, если на себя смотреть, я ж не могу. Во, смотрите. Смотри. Вот это да. Короче, поправился я нормально. И поэтому начнем заниматься спортом. Так что, ребята, начнем худеть. Так, все, приехал на тренировку. Перед этим, как зайду, хотел кое-что вам показать. Смотрите мой велосипед, да? Смотрите мой замок. Смотрите этот велосипед рядом. Вот. Смотрите его на замок. Давай махнемся замками, братан. Ладно, все, ребята, пойду тренироваться. Друзья, не знаю, как меня слышно. Сейчас, короче, буду разогреваться. И на беговой дорожке минут 10 побегать. И потом будем тренироваться. Так что побежали разогреваться. You got to play, generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Comes off till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out and my heart harass. I'ma rip this shit till my bones collapse. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out. Так, тренировка закончилась. Я устал. И крестись. И это. Просто одну часть заснял, как я, ну, что я делал сегодня, что я тренировал. Но в основном я, наверное, тренировки не буду снимать. Во-первых, я снимаю на телефон, ну, потому что как-то неудобно. Тут люди все-таки тренируются. И, во-вторых, я хочу вам результаты показывать, можно сказать. Вот. Ну, и в недельку будет выходить. Так, друзья, всем доброе утро. Второй день наступил. О, что хочу сказать по поводу вчерашней тренировки. Ну, спина у меня чуть болит, а так боли ничего не болит. Это может быть из этого, что я тренировался на той неделе уже. Вот. А может быть, что я плохо потренировался, но я не думаю. Ладно. Сегодня у нас сейчас будет такой завтрак с первым. Я уже нарезал лучок чуть-чуть, помидорок и яйца. И может одна шайба вот этого хлеба, фолькорн. Как перевод фолькорн на русский, не знаю. Так, ну все, вот, готово. Сейчас съедим чаек. Кстати, кто любит чай с молоком? Так, в общем, ребята, как по мне видно, я нахожусь уже на тренировочке. Второй день.
пробежал сейчас на беговой дорожке 20 минут. Раньше бегал 20 минут, абсолютно нормально. Пробежал, пошел тренироваться. Сейчас просто убитый. 3 с чем-то километра пробежал. 230-240 калорий сжег. Но я не знаю. Сейчас еще тренировать ноги, считай, самую большую мышцу, которая есть. И это вообще будет жесть. Когда вы тренируете ноги, на самом деле вы сами много сжигаете калорий. Hey, Am, you know you're my favorite white boy, right? I owe you for this one. I've been patiently waiting for a track to explode. Don't you be stunned if you won't in your ass. Жесть, ребята. Жесть. Ну что, ребята, тренировка подходит к концу. Тренировался я только 50 минут. Так, все, закончил тренировочку. Кстати, если ты будешь смотреть, это Ольга. Спасибо тебе за милшейк, айвайс шейк. Правда, он уже как молочко, но все равно вкусненько, спасибо. Всем привет! Сегодня наступил третий день диеты. Вот. Тренировки сегодня нет, сегодня будет пауза. Снимать толком ничего не буду. Единственное, что хочу, позавтракал опять яйца. И сейчас буду... Секундочку. Сейчас буду вот себе сделаю что-нибудь. Хочу что-нибудь такое сладенького. Яблоко, виноград и кварк. Шпайза кварк. Мага штуфа. Как по-русски? Мага штуфа. Опять не знаю. Ладно, хрен с ним. Ну, вы знаете, я думаю, что это. Вот. Сейчас себе приготовлю быстро. То есть выкладываем. В принципе, это самое лучшее, мне кажется, с чего можно белка получить, да? Без жира, без ничего почти что, да? Белок, он, считай, белка 12 грамм на 100 грамм. Это тут получается 60 грамм белка в такой-то. Это у меня сейчас примерно 30 грамм белка. Помыть надо. В принципе, сахар можно даже не добавлять, потому что виноград сладкий и яблоко тоже сладкое. Я их делаю. Главное пальцы себе не отрезать. Смотрите. Опа, опа, опа. Лайфхак, видали? Как надо разрезать виноград. Все это сюда. Можно даже... Чуть-чуть это дело сдавить. Яблоко порежем быстро. Фу, я эту чуть ли не съел. Зачем они клеят эти хрени, фирмы эти? Много яблока, смотрите. Жалко, что меда у меня закончился мед. Кто хочет, да, можно еще, может, пару хлопьев сюда добавить. Вот как это выглядит, ребята. Можете чуть-чуть сдавить ее, чтобы фрукты дали свой сок. Вот. Некоторые кладут банан. Ну, у меня как банана нету, и я банан сюда не клал. Почему? Потому что вот этот кварк, он и так сухой уже, правильно? Если вы будете сюда еще добавлять банан, а банан сухой, он же воду не дает. Так что сюда либо фрукты сочных фруктов. Вот. Ну и все. Вот так вот. Всем доброе утро. Четвертый день. Позавтракать не успел, но пришлось взять
себе такой энергетический, я его называю, стаканчик, где там дынька, арбуз, две разных вида дыньки и арбуз. Вот. Ну и все. Сейчас поим, потренируемся. Так, надеюсь, мы слышно. Все, пятый день тоже подходит к концу, то есть тренировочный. Сегодня тренировал грудь, трицепс. Сколько? Часик, можно сказать, я тренировался где-то примерно. Даже, наверное, нет часа. И поэтому как бы вот такие вот дела. Еще так неудобно снимать, люди смотрят себя, думают, что он делает там. Ладно, хрен с ним. Все, тренировка закончилась. Давайте.